Мы сломаем у вас трубу с печки, и вы все равно так уедете. А если не будете сами уезжать, мы будем вас разваливать дома. Серафима Малинина вспоминает Молокский уезд и свои 13 лет. Родители, опасаясь остаться без крова, бросив все, решили уехать из родной деревни. Сегодня Серафиме Владимировне 90. Она одна из немногих свидетелей тех событий. Деревня Муравьева находилась рядом со знаменитой усадьбой Мусиных-Пушкиных. Там же главная загадка для подводных исследователей – храм Преображения Господня. По словам очевидцев, эта церковь пользовалась популярностью у прихожан. Большая, красивая, хорошая. Ее после войны несколько раз подлетали бомбить. Она затопили, а она стояла никак. Подкладывали и динамит, и все. Ну вот вы представляете, она ничему никак не поддавалась. Вот стоит и больше ничего. Сегодня найти разрушенный храм уже под водами Рыбинского водохранилища собралась целая экспедиция. Водолазы под руководством легендарного исследователя Константина Богданова разбивают лагерь в 8 километрах от берега. По картам Менда усадьба русского историка Мусина Пушкина, подарившего миру слово о полку Игореве, находилась именно здесь. Итак, за моей спиной исследователи прорубили майну. Буквально под моими ногами на глубине нескольких метров находится церковь деревни Иловна. Вот там, чуть дальше, где находится лагерь, еще одна майна. Там усадьба Мусиных-Пушкиных. И то место, где стоит судно на воздушной подушке, там исследователи обнаружили аркаду набережной. Вместе с исследователями сегодня погружается и игумен Иннокентий, эконом Московского Данилова монастыря. На счету священника не один десяток погружений под лед. Об этом говорят инициалы на оборудовании. Приборы заметили большое разрушенное сооружение, вот, которое интересно. Почему? Потому что как раз рядом с усадьбой самое большое сооружение – это был именно храм. Других таких больших сооружений не было. В соседней майне к погружению готовится еще один новый участник команды – мэр Рыбинска Денис Добряков. Опытный дайвер, холода и воды не боится. Ну, не каждому жителю Рыбинска это удается под водой посмотреть, что же было раньше. Вот, а для меня это маленькая любовь. Это интересно. Это же свой край, это же своя родина. Несколько минут акваланги подводной группы скрылись в водах Русской Атлантиды. На берегу страховка. У дайверов это называется суппорт, то есть человек, ответственный за жизнь других людей. 40 минут под водой мелкими шагами водолазы двигаются все дальше к востоку от усадьбы. Вот аркада каменной набережной. Здесь причаливали лодки, курсирующие между берегами реки Малога. Чуть дальше вход в усадьбу. Стены и плитка, сохранившиеся в первозданном виде. Церковь Преображения Господня найти не удается. Вместо фундамента – груда кирпичей. Но вот этой находке те, кто ждет результатов наверху, просто не поверят. Смотрите, что нашел. Это колокол? Это Николай Чудотворец. Мне кажется, это все-таки некая знаменательная такая находка, поскольку Николай Чудотворец, он покровительствует морякам, путешественникам. Бронзовую святыню, более 70 лет пролежавшую на дне Рыбинского моря, теперь ждет экспертиза. По ее параметрам можно определить размеры колокола и церкви. Другие артефакты, поднятые со дна Русской Атлантиды, исследователи передали в Рыбинские и Брейдовские музеи. Светлана Доброхотова, Сергей Гордиенко. День в событиях.